my nerves and you rattle my brain. Too much love drives men insane. You got my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Привет, дорогие друзья, с вами Юлия Шишкина, и сегодня мы разберем соло Джерри Ли Льюиса из потрясающей композиции Great Balls of Fire. Ну что, погнали! Пою я не важнецки, но как смогла, потому что хотела вам показать еще и вступление. Поэтому мы сегодня разберем вступление и соло. Итак, очень просто, начинается. Соль, ля, си, до, и левой можем сыграть октавами. You shake my nerves and you rattle my brains. До, ре, ми, фа, потом идет. Too much love drives men insane. Дальше идет ми, фа, фа, ди, соль. Потом. Goodness gracious, great balls of fire. Здесь у нас идет куплет первый, да, но куплет на ту же гармонию, что и соло, и я, поскольку всю песню спеть не смогу, к сожалению, пока что, вот, поэтому сразу переходим к соло. Давайте разберемся сначала с гармонией. У нас здесь, во-первых, бас традиционный такой рок-н-ролльный, как в буги-вуги-стомпе. Кто не смотрел урок по стомпу, посмотрите, там будет разбираться этот бас. Ссылочка сейчас появится сверху. Покажу сейчас быстренько. До, до. Ми бемоля, ми соль, до, фа ля, ми соль. Два такта у нас идет до мажор. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, два, три, четыре. Дальше переходим на фа. Два такта фа. Потом соль сразу. Фа, до. Вот такая гармония нестандартная, не 12-тактовый блюзовый квадрат. Что мы играем в правой? Начинается из-за такта. Можно сыграть целиком, до, ми, соль, такой аккорд минорный. Там-там-там-там, вот у нас первая доля. Вот такая фраза. Когда перешли на фа, вот такой аккорд ля, до, ми, бемоль, соль и глиссандо вниз. Еще раз. Когда играем на соль, тот же самый аккорд три раза повторяется. То есть смотрите, у нас два раза по четыре. Еще раз. А потом три раза на соль. И опять четыре. Дальше та же фраза, что в самом начале. То есть мы отыграли вот эти вот фразочки. Это первый квадрат. Еще разочек сначала. Дальше мы начинаем из-за такта, и что здесь классно, обожаю этот квадрат. Здесь играется вот такой интервал, соль, ми, бемоль, и фигачится восьмыми весь квадрат. Что мы делаем в левой руке? В левой руке меняется бас, смотрите. До, до, ми, соль, си, бемоль, до, си. Пальцы удобнее вот такие взять. Пятый, третий, первый, второй, первый. На фа переходим. Соль.
Вот, и в правой руке весь квадрат фигачится вот эта штука. В общем, играем восьмыми. И меняем бас. И в конце у нас будет одна фраза в правой руке, немножечко поменяется. Поехали. Тоже из-за такта. Раз. Смотрите, мы играем тоже глиссандо, когда перешли по гармонии на фа в левой руке. Вот такая фраза. И она у нас идет раз. Как только мы перешли с фа на до, здесь уже можно перейти на наш обычный бас, когда мы возвращаемся в до мажор. Давайте сыграем целиком соло, второй квадрат. Здесь все просто. В конце на фа мы просто делаем глиссандо, играем вот эту фразу. На самом деле соло очень простое, но здесь его нужно очень круто выиграть. Итак, играю вам целиком все соло. Дальше идет уже другая средняя часть после этого соло. Друзья, большое спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Разбирайте соло, разбирайте вступления, учите со словами. А с вами была Юлия Шишкина. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Поставьте, пожалуйста, нам лайк, если вам понравилось. Это очень поможет существованию и продолжению деятельности нашего канала. Поэтому поддержите нас, пожалуйста. Ну, а всем отличного дня, до новых встреч. Пока-пока. Пока.